Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Степа, и вы на канале Дачники. Я сейчас нахожусь около деревни в Майнкрафте. Вот, давайте же посмотрим на лут вот деревни, какой здесь он будет. Кстати, ребята, деревня довольно большая. Мне нравится вот этот большой домик, но это попозже как-нибудь сделаем. Давайте сейчас зайдем уже в первый дом и посмотрим. Ну, конечно, да. От чего я ожидал, что тут будет изумруды. Конечно, яблоко, книжка. Вот, пошлите. Так, я не понял. Это что такое? Что за глиняная плита? Давайте сейчас возьмем лопату и посмотрим. Сундук под сундуком. Это вообще нормально, ребят. Смотрите, тут у нас есть книжка какая-то с 377 каким-то номером и карта. Давайте же возьмем книжку и почитаем. Хочешь много денег в этом сундуке? Карта сокровищ 2000 какого-то года. Найди портал, там вторая часть. Какой портал? Блин, ну давайте посмотрим. Давайте сразу возьмем еще и первую часть. Вот. Давайте посмотрим. Вот здесь, наверное, портал. Так. Ну. Пошлите, ребята. Так, давайте посмотрим на карту. Туда. Так, где у нас вот такой уголок? Вот, если вот этот уголок, то нам туда вперед. Нет, значит не сюда. Во, ребят, смотрите. У нас все. Давайте туда. Так. Вот, вроде мы на месте. Только где тут портал? Алло, порталчик. Ты где? Может, там в пещере? Ну, давайте посмотрим. Что-то пока ничего не видно. Давайте возьмем факела. Так-то лучше. Давайте будем дальше спускаться. Там какой-то свет, ребят. Эти горные воды. О! Да, ребят, смотрите. Это портал. Вот метка красная, да? Да, вот она. Вот эта метка красная, вот портал. Ну чё, давайте. Фух, с Богом. Все, мы появились. В аду. И где у нас тут интересная вот вторая часть? Тихо! Ай. Больно. Давайте сейчас тут все сломаем. И посмотрим. Что-то тут пока ничем не пахнет. О! Вот и сундучок. Так, не горит сундучок. Ай, горячий, ребят. Блин, больно. Номер 765. Почему-то тут 377, тут 765. Странно. Так, давайте это все сюда положим. Нам это больше не понадобится. Так, давайте будем читать. Посмотри наверх, там сокровище и какой-то непонятный текст. Одна страница из одной. Так, еще наверх посмотреть. И чё? И чё? Где? Блин, я не понимаю, это может быть обманка какая-то? Наверх там сокровище. Странно. Давайте на это. Хочешь деньги в этом сундуке? Карта сокровищ 2000 какого-то года. Не тут почему-то зачеркнуто. Найди портал, там вторая часть.
Ну, нашли мы портал. Вот. Зашли мы в него. Нашли вторую часть. Мне почему-то один... У меня один вопрос, как она держится на лаве и не сгорела до сих пор. И где? Еще. Я не понимаю. Давайте туда. Ну, допустим. И чё? Где, где сокровища? Чё-то я ничего не понял. Кстати, красиво выглядит. Блин, ничего не понимаю. Может, там? Да, кстати, ребят, давайте там проверим. И чё? Я чё-то ничего не понял. А, во, ребята, смотрите. Это как интересно. В те года сюда надо было залезть. И этот еще сундук. Что же это такое? Не открывается. Давайте попробуем иначе. Так, где тут? Незаритовая кирка. Во. Давайте лучше сюда факел поставим. Ух! Это видели вы? Что такое? Смотрите, железный слиток. Золотой слиток, алмазный эти фигни. Незаритовый нагрудник. Мне даже это интересно. Теперь я его. Смотрите, тут у нас есть еще пузырек опыта. Вот еще этот шлем наденем. Вот, теперь я красавчик. Ладно, давайте, ребята, пойдемте опять к порталу. Так, аккуратно, только в лаву не упасть. Только вот в лаву не упасть. Теперь надо еще найти порталочек. Так, вот сундучок. Значит, вон там портал. Так, давайте сюда. Оп. 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 Давайте здесь прокопаем чуть-чуть. Все, давайте заходим в портал. Прогрузка мира. Так, мы здесь. Кажись, мы не здесь телепортировались. А хотя нет, мы здесь. Все, давайте побежали наверх. Вот. Побежали, побежали. Давайте сейчас я пока ищу. Кстати, ребят, пока я ищу материал, сразу говорю, подписывайся на канал Путешественник Роблокс. У него очень хороший канал. Он начинающий блогер, как и я. Вот. У него сейчас как раз он набирает подписчиков. У него уже 14 подписчиков. Ну, все-таки, ребят, он начинающий блогер. Вот. Так что подписывайся. Забивай в поисковике Путешественник Роблокс. Вот. Он снимает про Роблокс, а я про GTA 5 и Майнкрафт. Вот так. Ну и клипы. Вот. Ну вот, мы пришли. Точнее, пришли мы в деревню. Вот наш домик. Вот, давайте сейчас вот сюда. Ну, сложим. Да, вот. Сюда сложим все остальное. Карту. Давайте карту, чтобы больше никто это не нашел. Давайте вот так сейчас сделаем. Огниво. Ай, горячо. Так, сжигайся. Сжигайся. Тоже ты сжигайся. Вот, все. Гори в аду. Ну вот. Ну, с вами был Степа. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал. Вот, пиши в комментариях, что можно сделать с таким состоянием изумруда, алмазов и так далее. Вот, а с вами был Стёп, поставь лайк этому видео, подписывайся на меня и Путешественника Роблокса. Всем удачи, всем пока!